Ну, ты прикинь, надо внимательно смотреть, где ходишь. Вот только что про это дома говорю, что здесь мне представляется начало фильма «Интервью с вампиром». Это в предыдущем видео. А здесь, пожалуйста, та самая высшая школа экономики. А здесь можно какого-то экономиста, я думаю, на улице поймать. На интервью. Нет, это я умею, это запросто. Ну ладно, сейчас что-то хотел перейти через реку, но что-то холодно, бесприютно. И мне сейчас нужно сосредоточиться на общении с людьми, чтобы получить новые идеи. Уже когда я пообщаюсь с людьми, у меня настолько вдохновение сразу обуревает. А сейчас как-то не особо. Варюсь в собственном соку и не особо. Сюда, конечно, зайти хоть раз в жизни, наконец-то. Не, ну, блин, если есть такое прекрасное заведение, как «Зеленая дверь», то, в общем-то, больше ничего и не нужно. Но, в общем, про свою жизнь. Я уже все это много раз рассказывал. И, в общем, еще раз говорю, что мне всегда, я всегда был сам себе понятен, у меня была всегда ясность абсолютная. Ну, что такое? А, господи, опять. Кстати, 17-й год благословенный в моей жизни. Ну вот, это еще раз говорю, это тоже телефонная станция. Ну, в общем, вот, понимаешь? И для меня мое «я» это всегда было чем-то абсолютно незыблемым, абсолютно понятным. Ну и моя жизнь, она так, в общем, абсолютно... абсолютно понятное, абсолютно нормальное, как говорится. Ну вот, а что бы я хотел дальше, вы это все тоже знаете. Так что я не знаю, что. Так я сейчас все видео и пробурчу, не знаю что, не знаю что. Высшая школа экономики, слушай, блин, какое-то новенькое здание, судя по всему. А там... видимо, бешеные деньги стоит учиться. Но, видимо, все-таки чему-то там учат. А, как вы думаете? Хотелось бы мне тоже узнать какие-то азы. Азы всего. Я вот говорю, что вчера или когда вчера я посмотрел про двигатель внутреннего сгорания, как он устроен. И понял, соответственно, что здесь одно из двух. Либо вообще в это не лезть, либо разбираться в этом досконально. И то, и другое мне не подходит. Мне нужно понять некую суть. Зачем? Не знаю. Не знаю, какая тут может быть суть. Суть абсолютно ясна. Суть – это любовь между мужчиной и женщиной. Чтобы они жили, строили дом, растили детей. Вот в чем суть. Все остальное это, конечно, развлечение. Ладно. Хотелось бы поразвлекаться как можно дольше. Соответственно. Вот старинные особняки. Да, это ясен пень не Марьина. Еще раз говорю. Никаким образом. Ну, вот такое беспомощное видео. А я его все равно запилю.